сот қаулы етті. Суд постановил, в соответствии с административным кодексом Республики Казахстан, статьей 350, частью 1, назначить Жарлыкапу Калыбаю штраф в размере 20 МРП. Жулдыздар Отбасы. ТО Отбасы также оштрафовать на 20 МРП. По журналу Жулдыз Жорамал также 20 МРП. И по журналу Анис Адам 20 МРП. В общей сложности оштрафовать Жарлыкапа Калыбая и три журнала на 120 МРП без конфискации тиража. Решение суда можно обжаловать в течение 10 дней. Управление внутренней политики города Алматы составил 6 протоколов, но мы считаем это незаконно, потому что в 350-й статье не указано, что надо привлекать отдельно юридического лица и отдельно частного лица, главного редактора. Там должно было как минимум 3 протокола незаконно. И по всем протоколам вынесли, да? Да, по всем протоколам максимально по 20 МРП. В общем, суммарно 120 МРП. Журналдын шығу деректері бойынша 100% нелес болатын болса, из 100% требований к выходным данным журнала 99% выполнено, но не выполнен 1%. К тому же управление внутренней политики Алматы подало в суд через 2 дня после скандала вокруг журнала «Алныс Адам». До этого они не смотрели и не проверяли. Есть другие газеты и журналы, которые мы предоставили в суде. У них тоже указано только название типографии и нет адреса. На них же в суд не подают, только на нас подали. К тому же президент Казахстана поручил ввести мораторий на проверки частного бизнеса со 2 апреля до конца года. А они не 2 апреля, а 24-го подают на нас суд. Если бы 2-го, это было бы законно со стороны акимата. А они проверяют нас и 24-го подают в суд. Это беззаконно. Это противоречит указу президента.